Всем мое почтение, друзья! И сегодня, 30 мая 2022 года, появилась информация. Владимир Зеленский предлагает убрать все панельные дома на территории страны, заменив их на новое современное жилье. По его словам, замена всех панельных домов в Украине станет возможностью модернизировать украинские города и страну, а также построить новое современное жилье с учетом бомбоубежищ и укрытий. Вот возникает вопрос, как вы считаете, это своевременное такое вот заявление Владимира Зеленского? И вот сказал он, что начнут восстанавливать и строить новое жилье с уборки, так сказать, тех поврежденных панельных домов. Вот как вы считаете, это своевременно? Вы поддерживаете вот сейчас снос многих этих панельных домов и строительство новых, более современных? Напишите в комментариях, как вы относитесь к этой инициативе Владимира Зеленского. Поддерживаете своевременно это или, так сказать, не на часе?